На природе здесь по-другому прям. Вкусно? Все вкусно будет. Запарил, я сейчас побью. Рот закрой. Это дядя Нурика палочки, погляди. Одну тебе Мура сделал, одну я. Это Руслана кроссовки, он их одевает на свадьбу, в гости или на выход, да? Сегодня да. Тот день, да? Речку основную, сейчас нам покажут. Экскурсия. Не-не-не, это Руслан, дядь Нурик и Кишкобуд. Доброе время суток. Сегодня мы едем. Появился Руслан. Мы едем варить, да. Варить хого. Дерзкой шапочкой. За дядя Нурика сейчас заедем. Шапочка все равно дерзкая. Да, а вот обратите внимание, какая мочина. Черри Тиго. Короче, сейчас дождь, как обычно, когда мы выезжаем, всегда дождь идет. Ну, нет плохой погоды. Да, едем за дядь Нуриком и сегодня готовим хого, да? Есть плохие продукты, но мы будем брать самые лучшие продукты. Да, хого и барбекю, да? Да. Сейчас мы на оптовке, сейчас пойдем за дядь Нуриком. Руслан научился телепортироваться, и мы телепортируемся дядь Нурику. О, телепортнулись. Это новая способность Руслана. Короче, мы пришли на шумевший. Не на шумевший, старый магазинчик. Хого Алматы. Здесь я продают все для хого. Заходим и снимаем. Здравствуйте. А есть что-нибудь для хого? Курдон. Так, что здесь есть? Здесь есть перчики, фунчозы. Сосиски, крабы, да? Вот сколько патронов. Вот так обвешу. Патрон. Ну, Рик, ты про этот говорил, который, да? Свой хого. Это домашний, по-моему. Это домашний хого, да, приправа? Да. Ну-ка, покажите, это же... Они сами дома делают, да, получается? Птичка есть. Креветки. Морская. Нет, а где этот? Что, вот это возьмем, или? Это что у нас? Нету капуста, да? Брать нет, да? Что это? О, в чем они? Ничего. Это арахисовая паста? Да. Что? Фунчоза. Фунчоза? Фунчоза. Короче, сейчас закупимся и покажем, что мы закупили. Короче, раньше дядя Нурик жил в Дальневостоке. Это его район. Пришли за мясом. Говорит, здесь мясо есть. Хорошее. Ассаламу алейкум. Здесь мясо. Володар, нет, что вы делаете? Вот такой нож у меня. Да, вот я его не узнал, блин. Да? Короче, решили немного перекусить. Немного перекусить, потому что с нами Лаура. Лаура нас привела в столовую и заказала тут жестко. Это прям советский вкус. Руслан, так. Мы ей помогаем, Лауре. Это трапеза перед... А то ей придется гардероб менять. Очень вкусно. Я, кстати, недавно его и поменял. Руслан, что вы думаете? О еде? Пусть лошадь думает, у нее голова больше. Вот Нурик будет голову лошади варить скоро. Голову? Да. Ты же говорил. Мурат покупает голову. Сказали, коровью. А, коровью? Давай коровью. Обедали, обедали, а здесь, смотрите, какая тачка. Во! Мощная, мощная. Она с номерами еще. Вот. Что, покупаем? Муравей. Мура. Да, муравей. Это отель? Это Веспа. Веспас. Это что? Он с номерами? Все покупаем. Все покупаем. На нем поедем, да. Балмарасан. Это что получается? Какая машина? Это Москвич. Коробка автомат. Серьезно? Коробка автомат? На ходу, да, говорят? Нормальная такая тачуха. Коробка-то для праворульки. Заправляемся. Да. Рояль Петроль. Заправка идем. Тохсамбес. Полный бак. Дождь жесткий пошел, да? Мы уже в пробках. Пока доехали, пока Лауру заехали, время уже 3. А мы проснулись в 7 утра. Мы. Вот зонтик есть, да? Вот зонтик есть? Да. Ну-ка. А где ты его прятал, да? Во.
Руслан не поместит. Мы на орбите. А что, без зонтика? А мы тоже, видишь, с понтом под зонтом. А, что, я не объяснил, мы взяли здесь бобовые ростки, там в обычном взяли картошку. И рамен возьмем сейчас. И рамен возьмем. Мы в Магнуме. На орбите. Дядь Нурик, да. Руслан говорит, что у вас на голове юрта. Кто хочет избрать Нурика депутатом, вот кандидатура. Юрта есть, да? Гангстеры, гангстеры, жесткие. Гангстер какой-то. Короче, мы приехали. Это называется Житесу Топчины на речке. Кафе. Вот она. Это находится в Алмарасане. Сейчас мы зайдем, посмотрим, да, Руслан, да? Да. Начнем хуго готовить. Начнем гангстеры. Хуго готовить. Вот, короче, здесь сейчас стоит Никулин. Он лепешки держит, да? А там у нас что? Вот как много казанов, да? Здесь летом, походу. Ярмарка казанов, да? Летом жестко что-то творится. Да? Это бассейн для рыб или для людей? Вау. Это Мурат. Не-не-не. Не-не-не. Это Руслан, дядь Нурик и Кишкобуд. Это что, как вьетнамский вариант, да? Почему? Да посмотри на лица. Недовольный. Вот здесь вот такое место. Здесь топчины, короче, на речке находятся. Вообще класс, да? Ребечки, а? Взяли одежду? Взяли, сейчас плед дадут. Красота, да? Все, любой стол выбирайте. Это тоже что-то с кавказской пленницей. Да Леонов. А что у него бабочка нарисована? Маргалы выколи. Пузо торчит. Павлины? Да. Хора, вот этим пальцем тебе массаж сделать хороший. Простаты? Да. Очень юмористично. У нас юмористичное шоу. Воу, фонтанчик включился. Привет, доча! Привет. Осторожно, на дорогу не выходи, ладно? Нет, он тяжелый, да? Короче, вот это тебя слово. Все, аккуратно. Доча, ты за мамой держись. Там основная речка есть, братан. Там можно посмотреть, да, на основную речку? Прогуляться, посмотреть, пока ребята подготовят. Сейчас мы все подготовим. Привет, Лаура. Речку основную сейчас нам покажут. Экскурсия. Здесь такие топчины. Смотри, да, да. Вот. Вот такие топчины. Что-то голова закружилась. А так нормально. Круто. Вот раскулова точка, когда там рыбалки нет, там чисто сачку можно ловить. А здесь вот рыбалку можно. О, ничего себе. Здесь приходить. Вот удочки, все снасти есть. Есть человек специальный, будет насаживать там, помогать всем. Вообще тема, да? Вот он. Вот такой мы заказали в Пиндодо за 15-16-17 тысяч где-то. В рублях это 2200 рублей. Может, оказывается, я заметил, нас смотрят 60% с России, с Узбекистана. Казахстана. Это вот это, да? Вот это, да? Да, да, да.
Я видел по видео. А где вы видели? По видео. А, который я показывал? Да. Может, вот. Здесь что-нибудь надо поставить? Нет, она, может, закрытая есть штука. Вот она. Нет. Угу. Так, сюда кисточки есть. Это можно убрать, я понял. Сюда уголь. А, вот сюда уголь, да? Это куда? Да, ее. Ставить. Сверх ногами. Все. И сюда пергаментную бумагу. А это, если хотите, барбекю. А это на них готовить. Чтобы не клеилось. А. Вот здесь не клеилось. Вы не думаете, что здесь так? Ну, нам нужен самовар же. Нам же этот не нужен. Уже ага. Вот, закрываете. Здесь, типа, Руслан, эту чашку сюда. Вот. А я понаблюдаю, да? Ну, где вы эти штуки? Там две штуки всего дома. Какой? Вот эти? А, четыре штуки дома. Что, вот это? Подождите нас. Подожди. А? Вот взяли. Вот такой хуго будем добавлять в эту кастрюлю. Вот-вот. У нас здесь бобовые ростки. У нас здесь пельмешки. Как сказать? Брокколи. Брокколи. Бобовые ростки. Две лапши корейской. Здесь я тофу, спанчбобы, перец, крабовые палочки, сосиски. Короче, все есть. Там картошки, мясо. Нож не принес, да? А вилок ты не будешь? А вилок он... Вилками, да? Сейчас все будем фасовать по тарелкам, да? Чтобы каждый мог себе что-нибудь варить, да? Это получается кунжутное масло и это что, Дедерик, соевый соус, да? Где? Да, это соевый соус. Как называется? Мы его называем деликат. Деликат? Деликат. Это для соуса, да? А покажите мне арахисовую пасту. Это хлеб. Это спанчбоб. Да. Вот. Это арахисовая паста. Это хорошая арахисовая паста. Да, у нее даже аромат хороший. О, подожди. О, шоколадка, да? Карамелька. Это что, гандуфа? Или тесто, да? Крахмальное. Крахмальное тесто, да, такое? Тесто, да. Прикольно. Это картошка. Как будто я первый раз вижу это. Это я много раз это все видел. Картошка или бобовый? Подожди. А здесь что у нас? Вот, видишь? На нем даже самовар этот нарисован. Ну-ка, покажите. Ё-моё, один в один. Нифига себе. Руслан, гангстер? Это чё? Как его, Нурик? Вытащи прям филе. Всё, понял. По кости. Очень острый нож. Очень острый? Не, хороший. О, самоварчик. Горячая вода обеспечена. Это вы жирок убираете? Жилы. Жили? Были. Были. Правильно сечешь. Просто зачем все выкладывать? Потом надо будет еще положить тарелку. Получается, слазь резко, да? Получается так. И все? Пользуйся тем, что есть. Здесь тоже можно. Вот здесь мясо высшей категории, а здесь первой. Ага. Ну-ка, покажите, как это выглядит. Это что, кожа? Я беру кожу, беру. Это тесто или что это? Это тофу. Тофу это? Тофу? Да. Это тофу? А, нет, это же эноки, да? Золотая игла. Золотая игла. Эноки. Правильно, эноки. Эноки? А, дядь Нурик золотая игла называет. Это по-китайски. По-китайски как она звучит? Чиджинго. Понял? Чиджинго? Да. Здесь отход идет доход. Экономим водички. А вы малую алматинку. Джокер. Дунганский. Дунганский джокер? Вот у дочи свой уголок вот такой. Да, доча? А? Кто это в лесу?
Дровосек, это ты? Не, я могу вилкой. Ты можешь вилкой? Дядя Нурик не умеет вилкой. Это как выживать в каких средах? В диких. В диких средах. И это изготовление китайской... Средах обитания. Изготовление китайской палочки для дяди Нурика. Да. Королевский. А то он устал руками есть. Это Руслана кроссовки, он их одевает на свадьбу, в гости или на выход, да? Сегодня да. Тот день, да? То есть прорекламировать Филу. О, дядя Нюрик здесь уже уголь накидал, да? Уголь почем? Чистый. Чистый. Тепло. О, горелка намного лучше, да? Зажигалка не лопнет? Да пусть и ничего не будет. Он же кончается. Это вот это хого приправа, да? Угу. Это же для вкуса? Да. Для вкуса добавили вкус. Не переживай. Это бадян и... Да, смотри, какой красивый. Симпатичный. Сычуанский перец! Баш, баш, баш! Куда больше? Все, 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 все. Куда больше? Шашлык? А, вот. Почем? А он, мне кажется, что-то не дает сильно, да? А он не такой сильный. Нет, дает. Еще как. Он потом выходит, расцветает. А нет, хотел. Все. Все. Можно, в принципе, и холодную воду доливать, если что. Нет, холодная же. Для людей. Дай разгореться. А? Разгореться, да, сейчас Нурик мелкий кинет. Нурик мелкий? Еще кинет. Ты думаешь, там мелкий? Он сказал, Нурик мелкий? Ну. Оу, май. Оу, май. Воу. Закипает. Закипает. Что, воды надо? 3 минуты. Ну, наверное, на углях он будет вкус по-другой. Еще лучше, да? Конечно. Да, на углях мы еще не делали. Руслан, ну-ка посмотри на меня. Нормально. Чертили черными чертилами чертят. Я сейчас чертёж так углем сделаю. Это дядя Нурика палочки. Погодите. Одну тебе Мура сделал, одну я. Огонь. Олимпийский огонь. Передаем. Олимпийские игры, получается? Падает на солнце. Да. Получается, вот там в горах Алмарасана, в Жетусу. Руслан, дядя Нурик, Лаура. И у нас вот такой стол, там будем сейчас барбекю жарить. Не знаю, куда выкрикнуть. Здесь все хо-го. Пусть горит. Минута и закипит. Держи, держи. Давай, давай. Это что? Соего соус. Соль? Моль. Как будет марокканский вот? Давай марокканский. Может, ты обе будешь, да? Нет, не буду один. Король. Нет, вы себе возьмите и ничего. Нет, я марокканский. Нет, не взяли. Тот забрал уже 2 чеснока. Если он видит это, пиши комментарий. Кто он? Сосед. Короче, арахисовую пасту туда добавляют. Кунжутную. Ой, арахисовую. Кунжутная. Это же арахисовая? Это же арахисовая паста, а кунжутное масло. Кунжутная светлее. Кунжутная Ой. Паста. Арахисовая светлее, а да? А до этого кунжутная вы паста. Говорили, это кунжутное масло, да? Да. Вау. А где этикетка? Закипело? Если кипит, закипит. Закидывайте картоп. Блин, они... Ну, положи они? Руками. Короче, да. Эй, Нурик, смотри, там не лопнет. Кто? Стакан. Мясо можете положить. Да? Пусть варится. Да, мясо, кола. Мясо быстро варится, по идее? Да. Его приправы где? То, что вы добавили, поверьте. Да, ладно. Ну, давай. Я-то ради тебя. Ну, много не надо. А! Уронил. Сосисон. Давай.
Так а сосисоны готовы? Так просто в целом. Три минуты, две минуты, наверное, готовы. Тофу плоское. Как ваши шутки? Нет, кабан, а. У меня шутки такие гениальные. Я стендап пишу. На сценарий на стендапу пишу. Да. На КТК вы, походу, пишете. Новый уровень уже у нас. Какой? КВН. Все, все вот так оставь. О. И с той стороны одно. Вот он. Все, сейчас она провалится красиво. Все, ложинули правильно. Выравнивали. Да, да, да. Вот, вот я про это и говорил. Да, что ты говорил, индюк? Ясно. Намажь, да. Вот, ты на центр кинь, пустай. Красиво мастер. Нури, а вот это хвадю у нас нету места? Нету. На, хочешь нам? Хаца, пошел. Нури, его не размечешь, может, так? Так и да. Она как, так и будет. Он же для чего, Руслан? Так. Да. Ты готова, видишь, прям? Ну, ну вы, пока вы можете переварить, поесть. А я, в принципе, она готова. А я люблю, когда хрустит, да? Да. Давай. Я люблю переваренную. Пробуй. На природе здесь по-другому прям. Вкусно? Все вкусно будет. Да, да, все отлично. Вкус и пенушку заняты. Ты можешь бульон добавить, если остроты хочешь? Повись оттуда чуть-чуть. Мясо кто будет? Альденте. Альденте? Альденте. Мясо, 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 мясо. Самое тонкое мясо. Спасибо. Бегу, а теперь можно его закинуть, чтобы жирком там пропитался. Ты уже все сварилось? Угу. Да. Если кто-то будет добавлять. Она кипит, хорошо кипит. А что это? Ага. Положила. Шкварка. Вообще красота, да? Да, тема. На природе, хого, совсем другой вкус. А если на углях? На углях это вообще огонь, да? Еще такую погоду, даже не замечаешь, что прохладно. Можно соус? Какой? За лучшие комментарии. Руслан, дядь Нурик, за лучшие комментарии под этим роликом 10 тысяч на карту. Давай. Это 2000 рублей. За самые... Как будем выбирать? Пролайканный, да? Пролайканный? Да, да, да. Да, пусть лучше пролайканный. Да, самый пролайканный комментарий, да? Получит приз! Приз! Студию! На карту 10 тысяч тенге, это 2000 рублей. Это 2000 рублей же, да? Да, да. А итоги 2000. Мы подведем когда? В следующем ролике. В следующем ролике. Или с собой возьмем, да? Все, приятного аппетита. Кто хочет, также повторяйте. Это ЖТСУ, Алма-Арасан. Локация, номер телефона, все будет в описании. И наш инстаграм. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ешьте лапшу.